друзья, с вами снова я, Даналия. Как я и обещала, что после того, как я сниму видео по обновлению, я сразу же побегу покупать себе коня. Да, я только пересела на другого лузитана. Не знаю зачем, просто, наверное, чтобы сравнить этих двух коней. В общем, сегодня у нас покупка Ахалтикинса. И я вроде думала, какого бы купить, потому что все три добавленные в этом обновлении, они просто шикарны. Я даже, может быть, этого больше хочу, но так как... О, кстати, радуга поляны. Ну, я вроде как хотела серого. Но, с другой стороны, серый у меня коняхи в конюшне уже есть. Кто у меня серый? Это англичанин, началка, исландец, вроде бы вся. Да, гнедых и светло-серых намного больше. Ух, знаете, сложный выбор, очень сложный, потому что у меня сейчас, так, стоп, куда? Сюда, у меня СК только на одну коняху, то есть они по 800, то есть 1700 это 2 коняхи, то есть мне только на одну. Мне можно купить только одну коняху. И я не знаю, какую. Вроде бы я уже решила, что я хочу себе серого яблока. Он мне с самого начала понравился, когда я увидела промо-фото. Но я не знала, что у него 3 гольфика. У него 3 гольфика. Я не люблю это. Я люблю, когда либо 4 гольфика, либо гольфики и носочек. Ладно, так и быть. Но когда вот так вот я терпеть не могу просто. Я не знаю почему. Это нельзя объяснить точно так же, как просто моя любовь ко всем лошадкам, у которых нос были сопырки. Не могу. Кстати, зато сейчас мы можем посмотреть, насколько Ахалтикинец тоньше лузитана. То есть, когда добавили только-только лузитана, мы думали, что лузитан это самая изящная и тонкая порода после арабов. Но просто посмотрите. Ой, тут чей-то лузитан беленький. Светло-серый, простите. Оу, май гад. Так, ну, конях. Так, все, я запомнила, как ты выглядишь наравне с этим. Я хочу посмотреть, как ты будешь стоять наравне с вот этим. Потому что у меня, кстати, вот такой масти, такого типажа, еще в конюшне нет. Нет же? Нет, юрманский пони у меня бегий. То есть, а вот такой вот, такого у меня нет. Это сложно, сложно. Вот такие вот отметины я спокойно воспринимаю. Но гольфики! Нечетное количество, неровное количество гольфиков, я не знаю. Это мой, знаете, это просто вот моя какая-то ошибка в системе, мой глюк в голове, что я это не воспринимаю нормально. Ребят, серьезно, это сложно. Это сложно. Кого бы вы купили, будь на моем месте? Возможно, вы вообще бы купили другого коня, или вообще бы купили Ахалтикинса из первых трех выпущенных в игрушке. А вот сейчас я понимаю, что я очень хочу вот этого. Я очень хочу вот это. Не знаю почему. Я хотела серого. Нет, с самого начала я поняла, что я хочу всех этих троих. И серый шикарный, но эти гольфики. То есть не было бы этих гольфиков, я бы даже не заморачивалась. Даже если на него одеть нагавки, бинты, гольфики все равно будет видно. Все равно будет видно эти гольфики. Ладно. Так. Даже мой молодой человек подтвердил, что этот коняха очень крут внешне, поэтому... По выбору парня. Окей, берем. Значит, учитывая то, что это мой первый. Что это мой первый ахалтикинский конь. Вообще, да, это будет конь. Придется читать все его характеристики. Значит, покупается он первый уровень. Чтобы его купить, нужно быть 13 уровнем. Сила 1, дисциплина 1, скорость 0, выносливость 3 и гибкость 3. То есть...
насколько я помню, он наравне с мустангами и арабами. То есть он очень поворотлив. То есть его можно использовать в вестерне. То есть, ну, да, кстати, гибкость очень хорошо в вестерн. То есть ахалтекинца можно будет использовать в вестерне. Ну, в игрушке именно, потому что он будет очень хорошо поворачивать. Так, золотая лошадь с стройным силуэтом. Так, ну я даже не знаю, читать есть... Нужно что-то почитать, то, что в конце обычно пишут про Юрвик. Ты? Если ты ищешь компаньона для поездок по скалистым пустыням или хочешь покрасоваться на арене для выездки, то ты определенно будешь выделяться из толпы на великолепном и редком ахалтекинском скакуне. Золотая лошадь — это и в самом деле сокровище. То есть он тут подходит для всех видов спорта, использует для выездки, гонок и даже конкура. Активный и четким спутником, как и арабская, это теплокровная порода, приспособленная к жизни в пустыне. Ну, это я, кстати, помнила. То есть я плохо знаю, в принципе, про породу, но где они обитают, более-менее, хотя бы знаю. Так, ладно, окей, покупаем. Купить. Угу. До меня только сейчас дошло, что я его хотела бы назвать вообще на другом языке. На английском, наверное. Но мне уже не хочется никуда перезаходить. Я не знаю, как я тебя назову. Чудный шоколад. Почему нет штормовой или есть? Шикарный шоколадный шторм. А штурмовой где? Я бы хотела как-то хрустальная. А где хрустальный? Хаотичный. Вот всегда так. Вот так насквозь и проезжают. Удачный, трепетный, трепетная. Почему тут нету вот... Суровая, сумрачная. Сумрачная у меня уже есть. Спасибо, солнечный, солнечная. И следящий, сладко, славный, славный, скромная, сказочная. Где скромный, сильный, серебряная, серая. Почему тут все женское? Мне нужен конь. Рунный. Ну, окей, давай пока что выберем рунный. Роскошный, речной, пустынно, прохладная, прохладный. Нет. Призрачный. Так, ладно, рунный не очень нравится. Хотя рунный я бы, наверное, с шведа как-нибудь такого назвал. Рунный чего-то там. Ты. А тут шторм есть? Рунный ястреб. Ястреб у меня уже небесный ястреб, началка моя есть. Шторм. Ёлки, я не помню, есть ли у меня вообще шторм, имя у коней. Я не помню, у меня столько лошадей, что я начинаю забывать. Мне главное, чтобы повторений не было, чтобы именно... Вот, рунных у меня точно нету. Рунный шепот. А, фух, я могу повернуть камеру. В общем, знакомьтесь, новый член семьи, моя конюшня, ахалтекинец, темно-серое яблоко по имени Рунный Шепот. Покупаю. Ей! Ахалтекинец, я столько тебя ждала еще, когда даже в первый раз в Star Stable заходила и бросила его потом. Твоя новая красивая лошадь перевозится в твою домашнюю конюшню. Ей! Так, я специально поставила его... поставила его заранее между Лузитана и пони Чинкатик, чтобы просто посмотреть, как, ну, разница, ну, как бы, да, разница между ним и Чинкатик, конечно, есть. Нет, просто Чинкатик — это одна из последних выпущенных лошадей, и мне интересно сравнить ее по внешним характеристикам, именно по качеству модельки, по...
по текстуре, что ли. Сравните ее с Хелтигинсом. В общем, сейчас мы приедем и будем сравнивать. В общем, загрузка была дольше, чем я думала, но, тем не менее, мы оказались в конюшне, наконец-то. Так, нужно быстренько снять с нашего Лузитано всю амуницию, потому что пока что я его качать больше не буду. Да, кстати, вот у меня тут коняхи стоят, все, кто были там первыми и пятыми, я всех прокачала до восьмых. И я думаю, постепенно к зиме я их всех до 15-го, глядишь, и докачаю. Если честно, это моя новогодняя мечта. К Новому году прокачать всех конях. Ага, сейчас новые же будут выходить. Мечты, мечты. Так, ладно. В общем, жалко, у нас уже закат тут, поэтому... Ой, лепецанчик тут мой хорошенький. Поэтому немножечко будет сосвета. Ну, кстати, вот если бежать издалека, и я бы купила другой масти, то издалека можно было бы перепутать с Лузитано. Вот вообще, вот издалека, и только вот под каким-то таким углом. Но нет. Хотя все-таки нет, он очень-очень тоненький. Так, я не поняла, почему у меня так далеко камера? Почему у меня так далеко камера? Нет, на лошади камера нормальная. Почему игрок так далеко? Что я такого делала, что я камеру так отдалила? Не помню. Во, нормально все. Ой, какой ты хороший. Слушайте, давай мы тебя погладим. Я думаю, анимация все равно будет кривая, но... Попытка не пытка. Да, анимация очень кривая, но подождите, он очень классно. Он фыркает ноздрями, прям как Спирит. Ну, я имею в виду из мультика. Ты прям истинный мустанг. Ну, кстати, хотя в чем разница, Хелтигинс это в принципе лошади, которые выращены для гонок по пустыням. А, опять у него почему-то жизни не хватает. Так, уход в конюшню у меня уже есть. Так, давай мы тебя оденем. Оденем мы обязательно на тебя новую амуну. Я не знаю, как нормально, нормально. Я вообще без понятия, как сидит. Нет, розовый комплект на тебя точно не оденем. Ням-ням-ням-ням. Ладно. Ну, ладно, как-то так. Для первого раза, простите. О боже, какой ты высокий! Какой ты высокий! Нет, он может быть и не такой высокий, но из-за того, что он такой худой, ощущается, что он высочен. Мамочки, да ты шикарен! Знаете, это лошадь надо просто делать лошадь 5 звезд. Так. Шикарные кони. Но... Кстати, мне кое-что сейчас кое-что показалось. Надо будет посмотреть поближе. Я не понимаю, почему меня так сильно лагает, потому что до этого так не лагало. Что-то у стартейбла нечисто. Так, в общем, мы приехали смотреть прически. У Ахалтикинцев это первые лошади, которые в стартейбл добавили вот эту вот просто бритую гриву. И стартейбл, пожалуйста, добавьте ее всем остальным лошадкам. Что сложно, просто сбрить всем гриву. Я серьезно. Так, в общем, вот так вот на нем выглядит грива по бокам. Чем-то на Тракенина похож, кстати. Ну да, так он не выглядит, как Ахалтикинец, больше как Тракенин. Нет, не рассматриваем. Шишечки. Чего? Чего? А, у него шишечки на этот бок. Очень миленько. То есть они очень аккуратные, вообще еле заметные. То есть, ну, разница, вы сами видите, между сбритой гривой и вот этими шишечками. Так, и что меня больше всего интересовало, длинная грива. Если я все-таки своему одному из аккаунтов когда-нибудь смогу добраться сюда и купить... светлого, самого светлого Ахалтикинца, я, наверное, все-таки сделаю ему длинную гриву.
потому что там она будет подходить под, просто под сюжет. Я буду этому радоваться, пищать и визжать каждый раз, как буду его видеть. Да. А так я пока что не вижу смысла переделывать прическу своему ахалтикинчику. Мне кажется, ему и так идет. Да. Может, я все-таки розовый переоденусь. Нет, так покатаемся. Что я могу сказать по поводу анимации? По поводу анимации я не могу сказать пока ничего, потому что я ее целиком еще не видела. Да, с такими лагами это вообще. Единственное, вот эта вот походка, вот этот шаг, мне чем-то напомнил самой первой модельки лошадок-началок. Или нет? Я не помню, у кого-то из лошадей была такая походка, что как будто у него... Все тело идет вперед, а ноги остаются чуть сзади. То есть как-то странно. Нет, конь шикарен. Правда, ощущение, что он сейчас сломается подо мной. Ну, ладно. Так, в общем, такой шаг. Потом вот такая вот рысь. Я вам честно скажу, сделайте новых фризов с такой рысью, и их всех скубят. То есть, если старых рысей скупали, то новых тем более с такой рысью скупят. Очень шикарная рысь. Я в восторге. Я давно не наблюдала, как лошади в реальной жизни рысят. Но мне нравится. Мне нравится, как это делает именно этот конь. Со всех ракурсов. И как персонаж на нем подпрыгивает. Так, дальше у нас идет манежный. Очень классно. Если бы еще не лагало. Может быть, это из-за того, что персонажей здесь много? Ой, аж чихнуть хочется, наверное, да. Ой, чихну, не чихну. А, не знаю. Чихну, не чихну. Ой, чихнула. Ой, спасибо, если кто-то сказал, будь здоров. Ой, расти большой, не будь лапшой. Вы видите это? Я только что поняла. Смотрите, две радуги. Вон раз, вон два. Надо попозже посмотреть, что это значит. Любопытно, любопытно. Своим ходом обязательно доехать. В общем, вот такой манежный. Мне он очень нравится, в принципе. Единственное, что-то не так с его хвостом. Он какой-то... поломанный, что ли. То есть на России еще все более-менее. Но на манежном... Что-то с ним не так. Что-то так и хочется его заклеить, переделать, чтобы он так не делал. Галоп. Вот не лагай, пожалуйста. Я у тебя прошу, не лагай. Ну, кстати, неплохо. Вот хвост на галопе намного лучше. Намного приятнее глазу и сердцу. Ничего, мне нравится. И самое трэшевое, как всегда, это карьер. На котором все залагало. Не лагай. Я не понимаю, что у StarStable'ов с серверами. Ну, кстати... Надо пересмотреть фильм Оствинд, последний фильм, и посмотреть, как там лошади бегают. Потому что я пока не могу понять. Мне очень нравится, как двигаются задние ноги. Но что-то не так с передними. А что я понять не могу. Так, ну и самый ускоренный. Вот я не понимаю этого, насколько лошадь первого уровня... Где ты? Нет, вот. Даже с обычными подковами, нулевыми, насколько шустрее всех других лошадей. Я этого не понимаю. Ну, пока что я тебя качать не хочу. Нет, может быть, и начну там завтрашнего дня или когда там. Ну, начну. Но мне просто вот каждый раз смущает то, что лошадь первого уровня мне нравится обогнать с 15-х уровней. Ну, может быть, просто потому, что они не ухоженные. Так, тормозим. Кстати, как тут тормоз выглядит? Подожди. Ну, нормально. Так, никаких навыков на пробел у него нету. Он очень классно выглядит на... когда... Дыбы встает.
Очень похоже на Лузитана, но чуть-чуть доработан. Да, куда ты слезаешь? Чуть-чуть доработан. Да. Чуть-чуть доработан. Ну, в общем... Куда ты меня развернул, коняха? Ух! Вот бывает. Вот какой конь. Меня развернул даже. И, кстати, самое последнее, что мы забыли сделать, это посмотреть, как он прыгает. Похоже, я могу его записать в конкурных. У него достаточно нормально, адекватное. Да, очень даже адекватная анимация прыжка, правда, не на лагающем серваке. Да. Однозначно не жалею. Так что давайте на этом заканчивать. Видео вышло очень долгое про покупку коняшки. Спасибо, что были со мной. С вами была я, Донали, и мой новый конь Рунный Шепот, с которым я, видимо, буду очень-очень усердно заниматься, потому что, глядя на него, так и проникаешься атмосферой конного спорта, причем, я бы сказала, даже высших всяких лиг. Так что не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. И просто кататься по этому шикарному миру с Тестабл Онлайн, который все больше и больше дополняется новыми шикарными обновленными или вообще новыми породами. Так что всем пока, удачи вам!